Здравствуйте, мальчики и девочки. Ну вот такой вот вопрос. Седьмой класс, контрольная работа номер 2 по теме плотность вещества. Вы знаете, мне очень нравится, что ребята, которые начинают изучать физику, ей интересуются, задают вопросы. Потому что, когда начинаешь учить физику, если вопросов не задавать, это будет не очень хорошее обучение. Вопросы всегда нужно задавать. Если что-то непонятно, нужно спрашивать. И только так можно двигаться вперед. Так вот, я сегодня помогу, как решать задачи по теме плотность вещества. Вот такая вот разъяснялка, объяснялка, выполнялка. Задачка номер 1. Погреб. Погреб. Ледник имеет объем 90 кубических метров. Чтобы заполнить этот ледник, сколько потребуется автомобилей? Одна машина перевозит лед массой 3 тонны. А плотность, да, 900 килограмм на кубический метр. Вот такая вот задачка. Так, ну что нужно сделать? Не надо торопиться решать эту задачу, потому что нужно понять, что здесь происходит. Ну, давайте так и нарисуем. Ну, вот, допустим, вот у нас здесь дорога, а здесь у нас какой-то склад. Тут написано «погреб для льда». И мы знаем, что вот весь объем 90 кубических метров. То есть вот сюда можно засунуть 90 кубических метров льда. И вот у нас едет машина. Вот. Со льдом. Вот такая вот машина. Со льдом едет. Перевозит лед. Тут еще одно на колесо. И вот здесь вот у нас лед находится. Вот. Она должна сюда приехать, выгрузить. Короче говоря, весь погреб заполнить льдом. Что нам известно? Давайте посмотрим. Нам известно, что одна машина может перевезти 3 тонны льда. 3 тонны льда. 3 тонны льда может перевезти. Так, ну что? 3 тонны, мы-то знаем, что это 3000 килограмм. А вот теперь внимательно. Так, дано, что у льда имеется плотность 900 килограмм на кубический метр. Так, а что ж у нас такое плотность? Плотность – это масса, деленная на объем. И вот плотность измеряют килограмм на кубический метр. Почему? Потому что массу измеряют в килограммах. А объем измеряет в кубических метрах. Так, так, так. Значит, вот масса льда, которая в одну единственную неповторимую машину помещается, это 3000 килограмм. И плотность нам известна. 900 килограмм на кубический метр. Так. Масса известна, плотность известна. Ага, значит, можно объем найти. А если я знаю объем машины, одной единственной и неповторимой, и знаю, сколько всего кубических метров в погреб как бы залазит, тогда я могу найти количество машин. Я вот этот вот весь объем поделю на объем льда, который в одну машину помещается. И таким образом найду количество машин. Все, все понятно. Так, 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 а как объем-то найти? А вот у меня есть такой вот супер треугольник, который поможет
Здесь напишу плотность, тут напишу массу, а тут напишу объем. И им пользоваться очень легко. Вот пальчиком раз закрыл, ищу плотность, массу поделить на объем. Так, а масса как найти? Плотность умножить на объем. А как объем-то найти? Массу поделить на плотность. Вот. Значит, я сейчас могу найти, чему будет равен у нас объем одной машины. Одной машины, не объем одной машины, а объем льда, который в машину помещается. Значит, чтобы найти, забыл, объем – это масса, деленная на плотность. О, понятно. Значит, масса делим на плотность. 3000 килограмм делим на 900 килограмм на кубический метр. Килограммчики сократили. 900, а не 9000. Так, отлично. 2 нуля, 2 нуля сократили. И осталось у нас 30 поделить на 9. А это у нас получается 3 1 треть или 3 кубических метров. Вот столько в одну машину у нас помещается. Ну и все. А вот если мы сейчас хотим найти количество машин обозначу буквой N. Число. Число машин. Число машин, да, тогда число машин у нас получится. Вот весь объем поделить на объем одной машины. Это у нас весь объем, а весь объем, это у нас 90 метров кубических. Значит, вот здесь буду писать. Число машин, которые мы хотим найти, это у нас 90 метров кубических. И поделить на 3 кубических метра. Вот метры кубические сокращаем, и остается у нас какое-то число. Ну, какое? Какое? Ну, приблизительно 27 машин потребуется. Вот и все. Вот такая вот задачка. Ну вот, одну задачку решили. Теперь надо бы решать как бы вторую задачку. Но я этого делать не буду. Вторую задачку я буду решать в следующем фильме. А сейчас благодарю вас за внимание. И напоминаю, что вы учите физику на канале Эли Гор. Если вы еще не записаны на мой канал, пожалуйста, запишитесь. И не забудьте поставить лайк. Всем доброго, до свидания. До новых встреч.